Марина Цветаева. Первое путешествие. Плывите, молвила весна, ушла земля, сверкнула пена, диван, корабль в озерах сна помчал нас к сказке Андерсена. Какой-то добрый чародей его извод направил сонных в страну гигантских орхидей, печальных глаз и рощ лимонных. Мы плыли мимо берегов, где зеленеет пальма мира, где из спокойных жемчугов дворцы, а башни сапфира. Исчез последний снег зимы, нам цвел душистый снег магнолий. Куда летим, не знали мы, да и к чему, не все равно ли. Тянулись гибкие цветы, как зачарованные змеи, из просветленной темноты мигали хитрые пигмеи. Последний луч давно погас, в краях далеких тучек тая, мелькнуло облачко, пегас, и рыб воздушных скрылась стая, и месяц меж стеблей травы мелькнул в воде, как круг эмали. Он был так близок, но, увы, его мы в сети не поймали. Под пестрым зонтиком чудес, полны мечтаний затаенных, лежали мы, и страх исчез под взором чьих-то глаз зеленых. Лилось ручьем на берега вино в хрустальные графины, служили нам на двух ногах киты и грузные дельфины. Вдруг звон, он здесь, пощады нет. То звон часов протяжно гулок. Как? Это папин кабинет, диван, знакомый переулок. Жутро брещет, боже мой! Полува сне и полубдея, по мокрым улицам домой мы провожали чародея.